Всем здравствуйте. Отключила немножко. Показать вам, как происходит процесс отпаривания. Связала я из хлопка и полухлопка, из разных остатков моточек. Ну, пряжа одна по фактуре. Расскажу чуть позже. Здесь хлопок, полухлопок. И чтобы смягчить, захотела я вот пропарить. Отпариватель. Я показывала в предыдущем видео. Этот отпариватель на всякое изделие подходит, для всякого, из любых составов. Ставится программа. Вот. Вот такая вот происходит красота. Потихонечку отпариваю тут, подключусь потом, покажу вам, как что. Вот, еще немножко надо поработать и покажу вам. Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала. Спасибо, что зашли в гости. Спасибо, что смотрите, пишите комментарии. Комментарии ваши читаю. Очень приятно. Спасибо вам огромное. Дай Бог всем здоровья, мира и терпения. Что сегодня хочу показать вам? Вот закончила я такую маленькую работу, но Юлиана ждала, сидела возле меня, пока я не закончила вязать. За два вечера я связала ей вот эту футболочку. Футболочка простая, футболочка из разных остатков. Значит, здесь находится три вида пряжи. Изделие связано из Ярнар джинс плюс хлопок, бегония, полосочки, да, и есть полосочки из Cotton Gold. Это тоже полухлопок. Так я говорю. Да, Cotton Gold. И также плюс бегония. То есть бегония во всем изделии, а остаточки у меня были такие, знаете, небольшие остаточки и Cotton Gold. Вот они тут, например, две ниточки, вот идет она. Это просто бегония, потому что не было с чем сочетать, да. Это Ярнар джинс и бегония. Ну, вот так вот, это тоже Ярнар джинс и бегония. Поэтому, друзья мои, если у вас есть остаточки пряжи, которые приятные к телу, да, вот хлопок, полухлопок, вот, я вам очень советую вязать деткам вот такие футболочки. Ну, если вы свяжете подлиннее, то есть, естественно, это и здесь расширить, то это будет платье. У нас уже начался такой процесс, поэтому я говорю вам. У меня есть, я показывала вам, я и крючком вяжу, но крючком это более толстые изделия получаются, чем спицами. Спицами мы знаем, что пряжи уходит меньше, поэтому, конечно, как бы спицами. Вот мне нравится это применение пряжи, вот Ярнар джинс плюс хлопок или Cotton Gold плюс хлопок. Мне нравится вот в таких вот изделиях. То есть не только кардиганы, кофты, да, там или жилеточки, а вот такие футболочки. Конечно, я вяжу и в одну ниточку из этих видов пряжи, да, но вот когда погода весенняя-осенняя, да, очень хочется связать для внучек вот такие вот изделия, которые потолще и поприятнее, вот на топик, на маечку, и красота. Не все детки любят длинным рукавом, поэтому здесь у меня и связан такой вот небольшой, да, рукавчик. Вяжу
и раздельно, вот как в этом случае, видите, тут у меня вот так вот спинка и передняя часть соединены, вяжу и по кругу. В общем, мне нравится вязать, внучкам нравится носить. Когда нету пуговичек, то я делаю вот такие вот дырочки и шнуровочку вставляю. Ну, то есть фантазия, наша фантазия нам в помощь, как говорится. И также насчет узоров. Узоры можно всю футболку связать с узором, да, каким-то ажурным. А можно, вот как мне в этот раз, нужна была такая все-таки поплотнее футболочка, поэтому я связала. Скажу вам, что остатков такой пряжи у меня много, остатки разные, поэтому можно тут разным цветом как угодно. Вяжу я и на мальчиков, и на девочек. Вот. Самое главное то, что приятное к телу и деткам нравится. Даже лен можно сюда вставлять, потому что лен в сочетании с Ернар джинс и с Cotton Gold он дает мягкость. Вот. Ну а потом, вот вы видели, да, я начала свое видео с пропаривания. Вот, конечно, после пропаривания, так, во-первых, все швы становятся ровными, это во-первых. Во-вторых, изделие становится мягче, что говорить. Ну, теперь я спокойно могу постирать это изделие в машинке. То есть, когда я пропариваю, петельки все разглаживаются так, как надо, а потом спокойно можно стирать в машинке. Изделия такие носят мои внучата, потом еще мы передаем другим деткам. То есть вид у них хороший и после носки, и после стирки, и вообще, ну, пятен не бывает, потому что в этом случае аккуратно я стираю. И если какие-то пятна после еды случаются на такую одежду, то я вывожу сначала эти пятна, а потом уже непосредственно занимаюсь стиркой. Так, нет, вот сюда я его положу. Что хочу сказать, что таким образом, соединяя вот эти ниточки вместе, да, полотно получается поплотнее чуть-чуть, чем в одну нитку. Изделие можно связать на разный возраст, на взрослых, на деток. Изделия могут быть разными, и домашними, и в садик очень хорошо такие вот вязать платьишко и сарафанами. То есть если здесь вот начать вывязывать бретельки, то это уже будет сарафан, под который можно спокойно одевать футболочку. Ну, в общем, это уже фантазия каждой вязальщицы. Я хочу только сказать, что я люблю соединять таким образом нитки, да. Я люблю все остатки пряжи пускать в дело, чтобы, ну, все-таки, чтобы это, как сказать, было с пользой. Вот. Мне нравится то, что можно придумать любую модель. Когда мы вяжем, уже мы фантазируем, как нам нравится, да. И убавление, и расширение все можно делать как и по кругу, вывязывая изделия, так и отдельными, и что мы, когда мы вывязываем отдельно спинку и перед. Вот, друзья мои, сейчас у нас весна у нас холодная, вот, поэтому вот так вот я нашла для себя такой выход. Соединяю ниточки, вяжется с удовольствием за 2 вечера и готово. Вот. Всем желаю творческих успехов. Желаю, чтобы все ваши клубочки, моточки были использованы в нужном направлении, чтобы творческий процесс вас вдохновлял, чтобы вам хотелось вязать, чтобы вы вязали с удовольствием. Любые изделия, когда мы вяжем, мы должны в них вкладывать душу. То есть надо вязать с удовольствием.
И тогда все наши душевные эмоции переходят на изделия и будут носиться с удовольствием, с теплом, с радостью. Так что, дорогие мои друзья, желаю вам, чтобы у вас не болели ваши ручки, чтобы вы вязали. Вот, вообще желаю, чтобы никто не болел. И чтобы ваши работы нравились тем, кто будет их носить, и чтобы у вас было желание еще, еще и еще вязать. Спасибо вам, друзья, за внимание. Спасибо за то, что заходите, смотрите. Всем мира, всем здоровья, всем всего самого-самого наилучшего. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч!